подожди. А кому он гасит-то? Не знаю. Здесь что я снимаю? Ты где? А будешь? Ты куда, куда поставил? Ставить? Ты куда ставить? Будешь ставить? Смотри, вот здесь. Где? Да хуй, да без. Не, давай, нет, давай нет, на заезды здесь? С обеих сторон. На заезд, поставь. На заезд, да, понял. Да. На заезды с этой стороны, наверх заезда, и с той стороны. Там у него двери деревянные везде. А, нам нужно да, только да, в проходы да, сесть тогда. Ну поставь по бокам, да. Сразу, чтобы расстрелять. Слышишь, сразу. Крис, убегай к нашим. Да. Ты поставил, поставил таймер 30 секунд? Нет. А там я кнопкой взорву. Пацаны, надо же сразу это его расстрелять, если он в центре, блядь. Крис, давай, убегай. Да давай, меня тут не должно застать, я далеко. Подожди, сейчас еще я отбегу за холмик. Ну что, все готовы? Давай, давай. Да. Ой, блин! Да бедняга! Слышите, там только удочка вон лежит. Вон за трибуном! Ё-моё! Квадратушка! Смотри, ящик! Построил базу крепкую, блядь! Смотри, ящик забитый! Слышите, вдвоем нельзя это метал самое по полы, развалу, ноги сломаете. Слышите, метал полы всякие. Вон, загляни. Пацан построил базу. Это вуд. Метал поль, да, три штуки берем. Метал флоры берем. Все остальное вуд, это все фигня, это пусть он сам строит. Все, тогда съемку прекращаю. А, и баскет.